Парни, первый матч разгромно проиграли, перед игрой с Лотцей как-то разобрали свои ошибки? Да, мы ничего не разбирали, у нас как бы игры-то особо не было, потому что парни играют, мы играем только ты... Тогда, когда надо. Короче, мы не играли уже полгода, вот в чем прикол. И сейчас собрались только первый раз, вот получили свои 6 мячей, сами себе привозили 4 мяча. И проиграли 6-1, а во второй как-то, ну, более-менее настроились, просто знали, что если там проигрывать, то это уже остаемся точно 100%. Вылетаем, точнее. Нет комментариев, он все сказал. Вот так. Ну вот в первом матче, чем обусловлены ошибки, которые привели к этим голам? Ошибки у нас, да? Так. Да не играли давно. Да мы просто не играли, да. У нас, мы говорим, мы 4-2 сами себе ничего не делали, ничего не понимали, что делать. Все пока Игорь вспомнили, Комаров, все да, разбегались. Потом да, вот еще? Он наш капитан, к сожалению. У нас только к Ильязу нет претензий сегодня. Ильяз молодец, я считаю, лучший игрок в двух матчах. Вот. Во второй игре забили моментально, потом наступила засуха. Решили немного сбавить темп или почувствовали некие трудности в атаке? Нам просто повезло, что мы забили, как ребята из Лотции говорили. Ну, без везения в футболе никуда. Потом остановились, да, наверное. Все-таки второй матч подряд бегать, ребята устали. Но потом собрались и забили свои моменты, которые могли забить. И все. Учитывая ход второго матча, после первого тайма о чем говорили с командой? Мы ничего, просто лежали, сказали, давайте собираться, надо забивать еще голы. В итоге взяли вот во втором тайме. Мы же первый тайм 1-0, да, сыграли? Вот во втором итоге, ну, забили. Просто ребята побежали вперед, им надо было отыгрываться. И в итоге у них не получилось. Да, соперник правильно сказал. Усталость у них складывалась на них. Причем очень заметно. Ребята первые 15 минут бегали активно, а потом начали подсаживаться. И открывали свободные зоны, чем мы пытались пользоваться. Если суммировать, какие итоги можете подвести по прошествии двух игр? Ну, мы сыграли неудовлетворительно, считаю. Надо было в первой игре хотя бы очко брать одно, а в итоге там... Разгром. Да. Да, тоже на троечку сыграли, надо улучшать. Клязу нет, свои показатели. Ну, я как бы лучший, кто знает меня.